И снова здравствуй! Меня зовут Алексей, ты на канале Фролов может все, и Фролов тебе рекомендует используй наушники для лучшего погружения в игру. Если ты впервые на канале, я очень тебе рекомендую подпишись, а если не впервые, тогда ставь лайк, комментируй и распространяй по социальным сетям. У нас сегодня страшная игра под названием «Убедись, что все закрыто». И если ты все сделал, как я порекомендовал, тогда я начинаю. Дорогой Алекс, мама и я сегодня ужинаем у Рузалей. Кстати говоря, наш предохранитель в гараже сломан, так что сенсор движения может работать плохо и заедать. Убедись, что все закрыто перед тем, как заходить внутрь. Мы тебе оставили немножечко денег на пиццу. Скоро увидимся, с любовью, папка. Ну, на этом моменте давайте приступим к игре. Так, получается, мы прошли через гараж. Тут стоит приора. Незаниженная, что, кстати говоря, непорядок. Угу. Так, увидели. Да, действительно, что-то заедает. Одна лампочка. Еще раз? Еще раз. Угу. Так, я видел, это был... Это была рука или это был чей-то член? Поверьте, я был в баскетбольном лагере, я понимаю, о чем я говорю. Ага. Так, что-то не работает. Ничего. Куда идти? Какой квест выполнять? Так. Я вижу... Черный мужчина за моей дверью. Он что-то пишет. Как ёж. И у него красные кроссовки. Я надеюсь, что это кроссовки. Так, дом. Дом, как обычно. Давайте быстрее закрывать. Я вижу, опять он... Убедись, что все закрыто.